пока что выглядит как все очень гармонично и что есть все, что ты хочешь. В плане того, что у тебя есть цели, есть планы, есть рядом любимые люди, друзья, которые поддерживают. Поэтому желаю, наверное, чтобы оно так дальше и продолжалось. И когда вот все это вместе у тебя есть, то, наверное, все очень легко сбывается и получается. Поэтому желаю продолжать в том же духе. Grass is greener everywhere you look. So many girls out there, I could write a book. That one's ass is leaner, and this one's like Serena. But I think your silhouette is meaner. And even though you got small breasts, well, to me they look the best. Пожелать ему можно только еще больше работать. Еще больше работать. Что мы можем ему пожелать? Реально, мы очень хотим пожелать ему... Бриллиантов. Нет, веселья, мне кажется. Потому что у него реально не хватает. Хоть ему веселья. У него реально не хватает вообще, мне кажется, чувства юмора. Он всегда такой серьезный. Еще надо, мне кажется, ему пожелать похудеть, потому что он такой жирный, что просто смотреть невозможно. Да, здоровый образ жизни вообще в его возрасте, уже в его 86, пора бы уже, конечно, заняться здоровьем. Но мы его любим, на самом деле, таким, какой он есть, 86-летним, толстым и грустным. Как бы Олегу стать дедом Олегом в будущем, а деду Олегу не унывать. На самом деле, если, ну, без семьи, без членов родительства и прочей кутерьмы, я желаю Олегу, чтобы он был таким же угарным чуваком и без всякой вот этой, знаешь, работы. Потому что работа – это реально тупое говно. Что тебе пожелает Олег? Работай меньше. Но это никак не влияло на его благосостояние. Наоборот, чтобы он поменьше работал, а денег становилось все больше и больше. Это раз. А еще я пожелаю ему такого просто хорошего, по-настоящему человеческого счастья. Я бы ему пожелал просто, чтобы у него получалось то, за что он берется, потому что то, за что он берется, все мне нравится. Старик, я тебя поздравляю с днем рождения. Тебя реально как друга очень люблю. И... Даже если ты уедешь куда-то из России, я надеюсь, что мы будем всегда видеться и общаться. Так что давай, с днем рождения тебя. Мы хотим, чтобы у него каждый день начинался с зарядки. Ну и чтобы его реально заряжали все события, которые происходят, заряжали его позитивной энергией, чтобы он продолжал двигаться вперед к тому, что он хочет. Вот, и чтобы всегда его поддерживали добрые и хорошие люди в этом. Несмотря на то, что он толстый и старый, и грустный. Главное не сдаваться, короче, идти к своей цели, Олег. У тебя получится. Хотя! Он просто стоит. Друг мой дорогой, сказочно рад, что ты видишь меня в этот день, что ты слышишь меня в этот день. Много лет мы вместе, хотя на большом расстоянии. Я очень рад, что у тебя все в жизни складывается. Хочу тебе в этот день пожелать, чтобы ты оставался таким же спонтанным, таким же живым, таким же улыбчивым, таким же работоспособным, таким же чувственным, каким я тебя знаю. Вот. Черт побери, пусть у тебя все будет зашибись, дружище. Поздравление от Антона Аксенова. Говори. Нормально слышно, Олежка. Поздравляю тебя с днем рождения, дорогой. Желаю тебе всего самого хорошего, самого доброго, чудесного и прекрасного. Расти дальше такой же веселый, позитивный. Радуй своих близких, радуй своих друзей. Москву покоряй. И собирай чемоданы и езжай в Европу делать назло. Да, и с днем рождения, главное, Олежка. Всего доброго. We'll be right back.